Итак, всем привет, дорогие друзья, вы на канале Андрей Колесников, с вами Андрей, и сегодня я играю в игру Slenderman. Все знают эту игру, на изи, коня. Немножко отбили, а ладно, нельзя. Идем далее. Будем собирать листочки. Первые листочки я знаю где. Я их уже прошел. Вот я и лопух. Тихо, коня. Да чё? Вот где-то здесь у нас листочек. Так говорится, фиг поймешь. Что ж, будем бегать искать. Но первый листочек я точно помню где. Где-то здесь. Идемте прямо. Смотрим на стены, на потолке еще. Да ладно, возвращаемся назад. Кстати, ребят, завтра будет стрим. Ой, тьфу, какое завтра. В субботу будет стрим. В сортире, может быть, что-то есть. Кабинет. О, да. Здесь что-то прям есть. Господи. Я думал, это записка. Это не записка. Блин, что эта камера лагает? А вот это мне не нравится. А вот этот глюк мне не нравится. Я даже листочки не собрал, так это говно собачье, извиняюсь за выражение, уже преследует меня. Видно, по глюкам было. Почему я так никому не нравлюсь? Этот мир уже что-то мир. Ничего не видно, ничего не видно. Ни листочков. Что-то я все хожу, дохожу. Вот супер. Теперь меня уже телефон потихоньку кидает. У меня братишка есть. Помню, слово было есть. Ангаж... А чё ты меня сейчас-то трогаешь? Я сейчас даже записку не соврал. Так это... О, господи. Чувствую себя, блин, ужасно. Смотрим еще раз комнаты. Где-то... Записка есть. К столу подойдем, ничего нет. Вот смотри на эту скотину. Сразу меня трогает, сразу. С...
даже записку не взял. Так все. Молодой человек, вы уже арестованы. Будем просто везде отсматривать каждую комнату. Даже облизывать. Камера уже лагает. Блин, она даже не слушается уже меня. Будем ходить, будем бродить. Черт. Просто будем отсматриваться. Блин, зашибись. Вот, блин, где-то видео минута идет или где-то больше. Так у меня уже ничего не работает. Не нашел, не работает. Ничего не работает, да. Камера, конечно, немножко не поддается. Записку не нашел. Все, все классно. Стену я не понимаю. Никакого датчика нету даже. Где, а хотя да, это смысл игры. Теперь подбради еще все сам. А, нет, вот еще одну записку. Далёво. Нет, no. Это что, новая фраза? Слышь, можно переодеться? У меня это... Я, походу, уже звука это... Справил под себя. Я переодеться. Всё. Переоделся? Нормально всё. Это бельишко новое. Такая для меня. Типа такой... а приклею я здесь записку? Он сюда придет, так раз от звука обселится и переоденется. Как так? Вот чё-то. Вот чё-то. Ты шо приперся, а? Я уже слышу его звук. Если я найду вторую записку, как горать начнет, а вот на третьей все бомбить начнет. Ну вот. Да пошел ты. Да отвали. Чувак, давай сядем побеседуем. Я даже камеру стрёмно поднимаю. Все, я вниз камеру. Идем точно вот так. Так ты меня не спалишь, сволочь. Ты что ж? Выход. Да, я не против свалить. Открывайте дверь! Медведь пришел. Ох, ладно, пойдемте дальше искать. Хотя я даже одну записку нашел, так он меня уже жопу начинает надирать. В принципе, я у него не воровал. Мне звуки вот эти нравятся. Бам, бом, бом. Как будто в квартиру гонится. Ладно, что-то я бугню, как старый дед. Идемте искать записки. Ух ты, сволочь. Мразота, а? Ты посмотри на его. Тихо, сволочь. Не трогай меня, я опасный человек. Святой. Идите, да чё?
Только трон не нападал, только трон. Да опять. Я потому что уже нашел записку, так уже боюсь. Ну, не, я мужик сильный, конечно. Но в игре это, конечно, жестко. Тем более, я снимаю где-то уже 10 часов. Начинал снимать 10 часов. Шкафчик. Все замечательно. Только не у меня. Ай, блин. Вижу это видео будет долгое. Досмотри этот ролик до конца. Просто досмотри ролик до конца. Следующий... У нас будет стрим либо в субботу, либо в воскресенье, либо пятницу. У меня уже не будет стрима, потому что... Деля, будет ли ты деля. А может завтра будет стрим, не знаю. Да что-то камера прям вертит, крутит. Вот я чувствую, что у меня жопа будет на этом повороте. Блин, как в игре все мрачно. Вот этот звук напрягает. До жопы костей просто. Ребят, для видео пока без вас. Святые люди, я тут нашел записку номер 2. И сейчас у меня будет... О, все, как все лагает. Сейчас будет он мне, короче, наливать этот соус горелый. И будет он мне потихоньку подгорать. Подгорать будет. Я не знаю, записку с вами или без вас. Давайте пока без вас. 30. Ребят, я просто не могу понять. Я хожу кругами, и тут вижу это. Короче, это перевод какой-то. Походу, он либо убить меня хочет, либо это. Если что, вы можете написать комментарий, как это переводится. Чувствую пуканчик, ждать себя не заставляет. Ой, блин, сколько я тут брожу, конечно. Да я даже не знаю, как мне вернуться. Уже нашел 3 из 2. Просто тут хожу, брожу нормально. Ничем мне не принесли. Сандер меня не тронет. Все будет со мной идти. А нет, обойдусь я. А вообще... Слендермен, тонк ли ты мой друг? Просто не трогай меня, окей? Я даже уже готов к твоим скринерам. Что это значит, я не знаю. Идем дальше. Блин, вот это мне не нравится. Здесь ли я был? Ну здесь что-то быть. Этот говнюк меня уже не раз напугал. И интересно, почему он меня не тронул, то. Давайте свернем туда. Обойдем вокруг столов. Здесь тоже ничего. Ой, ничего. О,
О, слышали? Узнал. Я думал, он вообще про меня забыл. Хотя нормально, я тут хожу, брожу. А все видно, не хожу. А вот что-то... Ага, наконец-то хоть какую-то комнату. Ой. Что ты делаешь? Уже начинается. Я не знаю, как я отсюда выживаю просто. Здесь тупо ничего нет. Тупо. А, ну здесь я уже был, я помню. Здесь мы с вами нашли первую записку. Побежали дальше. Ой, блин. Не. Тихо. Ой, еще одна записка, четвертая. Что там? Понятно. Берем. Чувствую, все, жить мне здесь осталось недолго, совсем недолго. Потому что мне сейчас будет больше темниться. Четвертую записку мы уже нашли, как ни кстати. Так что чувствую, что меня вот на выходе ждет сюрприз. Или это не выход? Нет, это опять толчок. Хотя давайте еще здесь все осмотрим. Толканы мы уже заглядывать не будем, потому что мы уже знаем. Кто-то тоже к нему приходил в гости, и он типа толкан заглянул. И Сэндер за ним. А он, короче, уже обделался. Просто не повезло тебе, чувак. Как говорится, не повезло, не фартануло. А записки нигде не вижу. Просто все замечательно. Сейчас все это сволочь стрельчит на пароде. И стрельчаем на пароде. Отдыхаем здесь на воде. Я сочинил песню, я не знаю, почему я так много говорю, а записку я не нашел. Хожу-брожу и песню себе ищу. Как говорится, нам с утра, как говорится, нет конца. Я надеюсь, вернулся. А, нет. Снова. Ладно, давайте уже отсюда уходить. В принципе, мы там уже все обыскали. Выход. Выходить нам еще поздно. Погнали уже туда. А вышли мы оттуда и пойдем мы прямо. Или с оптизированным.
Тихо. Каня вообще перестала не слушаться. Камера перестала меня слушаться. И что мне делать? Записки нигде нет. Жизнь прекрасна. Ой, господи. Придется мне искать записку без вас. Конечно, вы пропустите все усилия, но хотя бы не будете страдать.